Тверская детская телестудия «Кнопка» стала победителем Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества. Он состоялся в столице на сцене Московского молодежного центра «Планета ЕВН». На участие в нем изначально заявились более 500 000 человек. Из них было отобрано 635 победителей из 54 регионов России, а также 5 иностранных государств. Непосредственно в финал пробились 450 мальчиков и девочек из 41 субъекта нашей страны, а также из Казахстана. В течение 3 дней они вместе со своими педагогами делились опытом, оттачивали мастерство и перенимали новые практики у признанных профессионалов. А по направлениям творчества изобразительное, декоративно-прикладное и фото была организована выставка творческих работ.